Внимание, будет даваться старт. Третьему призовому заезду. Да, старт. Девка старта в борьбе возглавили Честерфилд и Джейси. Сбой сделал Динго ММС. Далее по ходу Мозаика и GDIB. По раскачку допустил Динго ММС. А впереди в борьбе Честерфилд и Джесси на третьей позиции Мозаика. Результат идущего по ходу четвертым Динго будет дисквалифицирован. У него была проскачка. Далее по ходу GDIB. Первая четверть 30. За 30,8 за Честерфилдом и Джесси. И далее по дальней прямой по-прежнему в борьбе Честерфилд и Джесси. Оба питомцы хозяйства Мелиората. Сбой допускает Мозаика. Двадцать девять и одна десятая секунды. Вторая отметка дистанции. Очень резвая вторая четверть. Третья Мозаика. Далее в борьбе Динго ММС и GDIB. А ведущая пара подходит к отметке третьей четверти. Третья четверть находится на выходе из поворота на финишную прямую. По-прежнему в борьбе Честерфилд и Джесси. Лошади французской рысистой породы. 32,9. 32,9 поворотная четверть. Лошади вышли на финишную прямую. По-прежнему в борьбе подходят к финишу Честерфилд и Джесси. Острейшая борьба разворачивается на финише, но Честер уходит вперед. Внимание, финиш!